вторые, значит, они как минимум будут восьмые на этом чемпионате Европы. Ну что, зал приветствует итальянских танцоров Федерико Фаэла, Массимо Скали, неудачников предыдущего дня. Ошибка в коротком танце не позволила им быть в группе сильнейшей разминки. Вот они заканчивают предпоследнюю разминку. Последнюю разминку сильнейшую они не попали, к сожалению, из-за сбоя на отвизлах у партнерши. Еще один вариант поддержки, он тоже интересный. Усложняет танцоры поддержки. Оригинальная концовка. Да, но это не концовка, это промежуточная концовка, очень интересная находка, кстати, в программе. Промежуточная концовка, которая только поднимает интерес к продолжению программы. Дорожка в парных позициях танцевальных. Очень опытные танцоры, конечно. Ну что, ребята молодцы, доказали, что вчерашняя ошибка была случайностью, абсолютной случайностью. Что замечательный танец, замечательный характер, который был с первой секунды вот до последней, до концовки. Вот сейчас они смотрят друг на друга,
можем же, да, можем без ошибок кататься, можем, что же вчера. Ну, молодцы, что они сегодня вышли, что они не спасовали. Это настоящие бойцы, настоящие спортсмены. После неудачного выступления, конечно, в короткой программе, в коротком танце, они собрались и сегодня показали, что они действительно большие мастера, что заслужены были у них большие оценки. Ну что, я думаю, сегодня судьи тоже, наверное, поставят маленькие оценки. Но смогут ли они вмешаться в борьбу за места, мы с вами посмотрим. Еще впереди у нас будут кататься 5 пар. Впереди у нас еще одна заключительная разминка. Будут кататься брат-сестра-кер. Будут кататься наши 3 дуэта. И Натали Першела и Фабиан Бурза, лидеры сегодняшних соревнований, которые после короткого танца занимают первую позицию. Давайте подождем оценок. Сейчас очень интересный момент. Как судьи отнесутся ко вчерашнему прокату и как сегодня сопоставят этот недочет. Она плачет, конечно, плачет. Она прекрасно понимает, что если бы вчера не было этой ошибки, то сегодняшним таким прокатом они могли претендовать на самые высокие места. Наталья Линчук и Геннадий Карпоносов работают с этой парой. Это видно в постановке, в мастерстве ребят. Они достаточно прибавили. У них появилось какое-то такое упорство. И появился у них такой напор, в хорошем смысле этого слова. Они стали очень серьезно. Посмотрите, насколько они собранно исполняют все элементы. И насколько четко исполняют. Да, с 2001 года они встали вместе в пару. Вы представляете, уже 9 лет вместе. На самых крупных соревнованиях. Ну а тренирует их наш прославленный олимпийский чемпион Наталья Чук и Геннадий Карпоносов, которые тренировали очень многих знаменитых спортсменов. Не будем сейчас перечислять их большое количество. Ну и сами они олимпийские чемпионы в танцах на льду, конечно. Им передать очень много, что есть. Спортсменов я связываю именно с этим. Да, не было бы ошибок в коротком танце, могли бы они претендовать на самые высокие места в этом чемпионате. Такая сложная, интересная поддержка на ходу, на ребер. И вот этот взгляд глаза в глаза, благодарность, наверное, что сегодня вышли, сегодня собрались и доказали, что все было случайно. Но Федерико продолжает так, как будем говорить, хныкать. Да и Массимо тоже на грани. На грани. Ну что, ребят, надо держаться, в спорте все бывает. Хорошие фигуристы, талантливые. Но спорим, 88-74. Да, конечно, разминка, была бы это последняя разминка. Я думаю, что баллы были бы больше. 88-74 и сложим сейчас 145-92. Да, они пока первые, но учтите, еще не каталось 5 дуэтов. Они пока первые, значит, минимум они будут 6.